Ай, спасибо, спасибо. Иди поцелую. Эй! Мы шахтеры! Ну, давай. Копаем шахту. Помогите! Помогите, кто-нибудь! Горю! Абасу, дай абасу. Я умираю! Джонни, я умираю! Что я сделаю? Джонни! Мэй, лучше нарезки ставьте лайк. Ну что же, всем привет, дорогие друзья, Йолу-ложка, и добро пожаловать в прохождение Майнкрафта, но максимально необычное, и это необычное прохождение будет с Флэг Джикеем. Привет, Флэг Джикей, чё, как дела? Привет, на самом деле, ассалам алейкум, what's up, boys and girls? Это было офигенно, привет, Джонни! Ну что, ребята, как всегда сегодня Майнкрафт, Но! Сегодня мы будем спавнить структуры каждую минуту. Смотри, олд вырос. Теперь он взрос. Старый подписчик. Архитектор-то это, руки переломал. Пердусмотрел все это. Ты посмотри, нам реально ватно придется пойти. Почему деревня постоянно спавнится? Потому что с тобой носатый жить. С анекдотом, значит, пошли, да? Ну, тогда у меня тоже есть анекдот. О, давай ты анекдот, давай теперь челлендж не засмеяться. Доктор, мы его теряем. Чур, кроссовки мне. Играл я как-то с дедом в шахматы, дед коней двинул. Диспетчер, это... Блин, подожди, я вспомнил эту черту. Ой, не время для анекдота. Ну, у меня 7 железа, мы можем 2 железные кирки сделать, ты понимаешь? Давай. Оп. Давай. Двигай телом, отдыхай. Фордер! Поторопись. У нас сейчас котлетки. У нас сейчас обед. С макарошками. Нет. С пирожкой. Что? Я, короче, просто шел и совершенно случайно нашел эндержемчуг. Чего, блин? Тут просто валялся эндержемчуг, я тебе без рофлов говорю. Ой, тут что-то упало, прикиньте, ребята. Не-не, а при этом тут еще... 5000-ная купюра прямо на земле. $5000, ничего себе! Сезон пробуждения. Окей, мы готовы. Позвать друзей. Он называется Chicken Shed. Звучит. Черт. Носатый торговец. Что мы сегодня будем делать? А ты все правильно сказал. Торговец. Только носатый все-таки ты. Сегодня мы будем торговаться. Но не с обычными жителями. Не-не-не. А с кем же тогда? Так прочитай название этого видео. Давай. Вниз. Вот прям рядом с лайком вот этим классным, да? Вот там написано. Ну да. Вот прям можешь по нему в принципе нажать. Майнкрафт, но мы получаем крутые предметы с пиглинов. Ну, кстати, получается. Что бы я дал за этот поп-ит? Что ты мне дашь за этот топовый сквиш? Я дам вот этот самодельный Simple Dimple и пиццу. Добавляй. Второй кусок пиццы. Так, это, походу, наше первое прохождение, когда у нас не будет кучу хлеба из деревни. Это, кстати, обидно. Да, и пиццы нет. А, кстати, помнишь, я говорил про то, что рекламодатели, свяжитесь с нами по поводу пиццы, бла-бла-бла? Любая пиццерия, мы готовы вас прорекламировать за кусок пиццы. Так. Так вот, со мной связались. Реально хотели взять... И сегодняшний спонсор нашего ролика? Нет, я отказал. Блин, лайки под видео, что ли? Ну да, получается, за такой лайк поставить можно. Пошел! Все, ты нам больше не нужен. Или, подожди, нужен был? Да, теперь ты давай. Давай, отыгрывай пиглин. Сейчас, подожди. Все, теперь тебе так же нужен. Короче, вот тебе это. Щись! Так, на... Подожди, тот Брут смотрит на нас. Чё, ты жалко, да тебе, что тебе ничего не дали? Кивнул, да, с**ка? А чё они меня не били? Ты чё, дурак? Ой, я тебя скинул, простите. Увидел просто свиное рыло. Так, иди сюда. Ну все, пошел процесс. Иди ко мне. Ах ты! Ну конечно, тебе легко, когда ты никнейм видишь, тебе надо просто подождать. Ай, да тихо, у тебя там сила. Короче, есть у меня анекдот такой интересный. Ну, такой тупой, как всегда, максимально, как я. Ага. Поэтому рассказываю. Сидят как-то в баре китаец, русский и грузин. Ага.
Достает, короче, китаец телефон и берет, короче, выкидывает его в окно. Ему говорят, зачем это сделал, дорогой? Китаец ему говорит, да у нас таких, типа, дохрена вообще, типа, налево-направо, короче, можно. Берет, короче, грузин, достает арбуз, откусывает половину, а другую половину выкидывает. Ему такие, ты зачем это сделал? И грузин говорит, да у нас таких дохрена. Берет русский и выкидывает грузину. А, боже. Ладно, так, значит, если бы я был бы Ромой, то я бы О, имба! Что там, что там? Угадай, что я мог бы взять? А, кирку какую-нибудь. Ты... Это чё так? Это чё нафиг? Хотя бы скажи, что там было? Просто, вот, если это самый лучший предмет, который там был, я тебя прощу. Но если... Не-не-не, там... Идеальная постройка готова. На тебя! Чё это было? На меня хочешь быть похожим? Что? Сейчас! Что? Ладно, пойдем отсюда, психопат какой-то стоит в железной броне. Ничего не будет? Терплю. Да-да-да, терпи. Ты в какой стране родился? Вот, терпи. Да! Ай, больно! Больно в ноге! Пиццу хочу, говорю. А, ну я тоже. Я уже должна какая-то пиццерия написать. Любая пиццерия, мы готовы вас прорекламировать за кусок пиццы. Напишите в личку. Там пачка огромная должна приехать просто. Ладно, за пачку пиццы. Джонни готов за пачку, я за кусок. И в итоге у нас на всех будущих сериях голода не будет просто. У нас постоянно сытость будет. Да. Мы готовы сделать мод под вашу пиццу. Пишите в личку. Еще потом, блин, хочу Porsche 901. И BMW хочу. И Mercedes. Давай, ждем. Давай. Я хочу попросить новую кирку. Чего желаете? Желаю вот это, чтобы сделать вот так. Как дела, Джонни? Что там? Да ты чё? Что же, всем привет, дорогие друзья, я Лол Ложка, и добро пожаловать в прохождение Майнкрафта, но максимально необычно. Дело в том, что сегодня мы будем копать. Хотя, погодите, мы и так ведь копаем в Майнкрафте. Но делать мы это будем все же необычно, вместе с вот этим. Йоу, what's up, бабуйс? Да, сегодня пожилые шахтеры врываются именно сюда. Да, купи, пожалуйста, немного мяса, а то у меня реально уже все, капец. На мясо не хватило, только морковку. Ну ладно. Так, возьми. Где? Ай, спасибо. Иди поцелую. Эй, мы шахтеры. Ну, давай, копаем шахту. Работай. Я могу, обалдею, наконец-то, улететь, наконец-то, отдохнуть, я мечтал о нем чуть-чуть. О, я вижу, где... О, появилось, офигеть! Посмотри, где мы появляемся. Так, Ладно, я готов, разминаем кости, анекдот, поехали. Давай. Короче, заходит как-то черепаха в бар. Так. Берет стакан воды, ну, заказывает у бармена стакан воды и уходит. Приходит черепаха на следующий день, заказывает стакан воды и уходит. На протяжении там недели, двух месяцев черепаха каждый день приходит в бар и также заказывает стакан воды и уходит. В один момент приходит черепаха и встречает бармен, говорит, блин, черепаха, ты каждый раз приходишь ко мне, заказываешь стакан воды и просто уходишь. Почему? У меня есть огромное количество разных коктейлей. Я могу тебе предложить что-то очень классное. Просто скажи, зачем ты это делаешь? Черепаха говорит, блин, братан, давай как-нибудь потом, у меня дом горит. Что? Это просто гениально. Он такой добрый, знаешь. Добрый анекдот, добрый, да. Разбавили это агрессивные анекдоты добрым анекдотом. Да. А теперь черный. А у меня нет черного анекдота, кстати. Кстати, а ты слышал, да, как избавиться от глистов? Нет. Короче, садишься на диету. Ну, слушай, ну нормальный же анекдот, что ты не посмеялся? Так я посмеялся, просто я... Я просто каждый раз, когда рассказываю этот анекдот, я реально стараюсь не засмеяться. По идее, у меня сейчас первого уровня, да? Миньон-то? Да. Да, у тебя, кстати, все еще первый. А мы сейчас тебя поломаем. Осуждаю поломку.
Осуждаю поломку. Так, я захожу в портал аккуратнее. Все, я здесь, привет. Я зашел в портал аккуратнее. Все, ты там. Привет. Так. Домой спам. Повезло! Помогите! Помогите, кто-нибудь! Абасу, дай Абасу. Я умираю! Джонни, я умираю! Что я сделаю? Джонни! Я живой! Блин, это было страшно! Вещи восстанавливаются, я обосрался! Привет. Давай свои алмазы добывай там. Так я буду добывать алмазы, никто мне не помешает. Отвернись. Может лаву обратно? Ты чё охренел? Эй, дед любит своего внучка. Нет! Да что, зачем ты это сделал? Что тебе кран, ты, короче, чувак, забей все. Я хейтер тебя. Мне пофиг, как мы будем проходить эту карту. Да что за урон? Мне пофиг, как мы будем проходить эту карту, все. Мы воюем, чувак, мы воюем. Давай. Иди сюда. Давай. Сейчас там броню купит по-любому, ты зацени, а? Он уже побежал за броней. Ничего, я тоже куплю. Ты если купишь, то и я куплю. Давай, иди. Ой. Чувак, мне плевать, кузнец, где ты? Да. А сколько стоит? Осуждаю такую стоимость. Реально, осуждаю. Короче, чувак, забей. Че забей? Не. А ты стоп. Уже понял, что дело пахнет писюнами, я сейчас возьму и броню куплю тебе. А где купи... вот, я понял, все, ну иди в жопу, короче, сейчас тебе кранты, реально. Нет, я успею. Чуть-чуть еще. Я слышу, торговля пошла. Давай. Пошел процесс. Нет. Оп. Ничего, поехала броня, давай. Где она тут? Вот она, оп. Ах ты, зараза. Все, ладно, брейк. Тихо. Предлагаю перемирие. Слушай, а где это ты Назарит говорил? Нет. Ну все, теперь будем драться за него. Подожди, тот, который около дерева, да? Не. Стоп, что? То есть еще какой-то? Ты че молчишь? Ну, как-нибудь сам найдешь. Но я жду Назарит. Давай! Ты чё стать? Ну-ка ж... Да я так долго пас! Я вспоминаю эту серию на скайблоке, когда чел пытался скопать, и ты ему так же пишешь. Ну пожалуйста, Джонни! Иди что-нибудь другое покопай, я тут так уже столько... У тебя миньоны, классно, я миньонов жду, так, окей. Да, скинься мне на миньона. Да у меня нету ничего! У тебя есть! Нет! Да ты зараза! Ты просто зараза! Я столько пас! Это вообще это ненормально! Слушай, нормально, у тебя миньон, у тебя денег все равно больше. А, то есть да, то есть я своим умом, логикой, интеллектом, разумом взял, накопил себе кучу денег, а ты теперь, знаешь, своей грубой силой забираешь у меня то, что я и так должен был заработать. Что-то меня понесло, чувак. Ну да. Ответ да. Тут, оказывается, тоже Назарит есть, чувак. Вот чисто потому, что ты мой друг, я делюсь с тобой этой информацией. Тут реально у эндерменов есть еще один Назарит. Подожди, ты говоришь это просто так, без подвоха? Да, без какой-либо выгоды. Что-то, нет, что-то... На тебя это не похоже, нет. Чувствую запах, что кто-то врет. Не-не-не, без шуток. Полегче с такими словами в этом ролике, молодой человек. Ну, если только в этом. Так тут наверняка есть еще, надо просто посмотреть внимательно. Назаритик, иди к бабушке. Бабушка, вы что-то немного это, поехали, походу, кукухой. Да, ну что? Вот такой эксклюзив нам удалось записать, и надеюсь, то, что вам понравилось. Ребят, я вот когда-то говорил, то, что чем больше вы ставите лайков и подписываетесь, тем больше мы придумываем эксклюзивы. Вы реально думаете, то, что мы пошутили? Не-не-не-не-не-не. Давайте наберем на этом ролике, ну, хотя бы 50 тысяч лайков. Пожалуйста. И дальше, как говорится, больше. Огромное спасибо вам за ваши оценки, и если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и Флэк Джекей, всем удачи, всем пока! Пока! Пока, ребят!